Дворцу детского юношеского творчества исполнилось 75 лет. В честь юбилейной даты в Люберцах прошел праздничный концерт. На главную сцену округа вышли воспитанники и сотрудники учреждения дополнительного образования. На торжественную встречу пригласили и моих коллег. Дворец детского юношеского творчества создан в 1946 году. Тогда он назывался «Дом пионеров». Окунуться в его историю помогает вот эта выставка. Ретро-фотографии и поделки, созданные руками советских детей. Золотой фонд образовательного учреждения. Вот эти работы, которые вы видите, все участвовали в различных конкурсах, выставках, все имеют призовые награды. И сегодня, когда мы их представляли, многие люди с теплом вспоминали, кто-то занимался во Дворце творчества. Нынешние воспитанники Дворца творчества ничем не уступают своим предшественникам. Вторая выставка уже современных работ, тому доказательство. Организация, объединяющая талантливых детей, не забывает традиции, но в то же время постоянно двигается вперед. Заслуга Дворца творчества, что мы практически разбросаны по всему, не практически, а мы действительно разбросаны по всему городскому округу Люберцы, от Краскова, Малаховки, Томилина до самого центра, до северной стороны Люберцы. На следующий год еще у нас несколько добавляется зданий вот на севере, в частности, через Комсомольский проспект. На сегодняшний день Дворец детского юношеского творчества работает по 6 направлениям. В стенах учреждения получают дополнительное образование около 6 тысяч юных жителей городского округа. Проводится огромная работа в плане воспитания наших детей. Самое главное, чему учите вы учите их трудолюбию, усердию, учите дружить, любить свой родной край, любить свою семью, любить свое творчество. За эти и многие другие заслуги и в честь юбилея Дворца детского юношеского творчества педагоги получили памятные медали, почетные грамоты и благодарности. А воспитанники учреждения, в свою очередь, поздравили их своими выступлениями. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.